Все там кричали, схемы вам нужны. Здесь тысячи схем. Тысячи схем БТГ, связанные с эфиром, с магнитами. Противо-О, противо-ЭДС. Очень все хотели узнать, что такое противо-ЭДС, как преодолеть противо-ЭДС. Просто шок. Посмотрите, сколько информации, огромное количество. Это просто клад. Всем привет! Хочу показать крайне важную информацию, которую мне подбросили мои подписчики. Здесь, ну, попрошу как можно больше всем соискателям свободной энергии, альтернативщикам распространить это видео. Мне бросили ссылку, чтобы я показал всем тем, кто ищет вообще все, что связано с электричеством, с магнитными полями, с алхимией даже, с целительством. Здесь сайт, несколько тысяч, наверное, разных изобретений альтернативной энергетики, вообще всего. Ну, допустим, смотрим. Первое. Преобразователь статического поля. Опреснение оксида графена, не знаю, что это такое. Элиминатор цезия. Электробиохимический реактор. Мотор. Ну, допустим, преобразователь статического напряжения. Сайт на английском языке. Просто включаете переводчик, перевести на русский, Google Chrome переводит. Причем довольно-таки хорошо. Вот такой вот преобразователь статического напряжения. Включаем переводчик. Андрей Аболафия, разработчик и изобретатель этого преобразователя статического напряжения. И здесь идет полная перечень. Сразу говорю, я с этим сайтом только вот, может, час назад включил и начал ознакомливаться. Сам полностью не знаю, что здесь. Но то, что я увидел, меня это просто поразило. Огромное количество разных разработок. Гироскопическая левитация. Вот, пожалуйста. Это то, что я смотрел. То же самое. Перевести включаем. Ученый говорит, что изобретение может бросить вызов гравитации. Это ученые-изобретатели. Ну, то есть это не просто там какие-то кулибины. Это такие довольно-таки мировые ученые. Здесь вот они все рассказывают. Схемы, чертежи, разработки полностью, как это, что на практике можно. То есть видно, что сделано профессионально. Далее, гравитация. Все, что связано с гравитацией полностью. Все, что связано с антигравитацией и гравитацией. Сборщик тумана. Воздушные скважины. Не знаю, что это такое. Самолеты. Все, что связано с летательными аппаратами. Алхимия. Гиперхимия, антенны, всевозможные, ну давай включим вот такое. Сверхмощные, сверхчувствительные антенны. А, опять статическое электричество, это уже другой. Вот видите, антенны, которые для преобразования статического и улавливания статического электричества. И я когда смотрю на эти, сразу говорю, на эти картинки, я просто, это... Все разработки, которые вообще существуют, гуляют по интернету, это фактически такое впечатление, что здесь все собрано. Вот на этом сайте собраны буквально все изобретения, которые когда-либо были открыты, изобретены во все времена. То есть я просто, у меня глаза разбегаются. Я хочу это все, то есть многие просят чертежи. Здесь вообще тысячи чертежей рабочих, проверенных аппаратов. Посмотрите. Просто смотрите. Я лично в шоке. Просто смотрю на это все. Смотрите. И таких полно. Вот любой. Я просто наугад открываю. Мотор-генератор. Эфирная энергия, альтернатива, требования. Все на английском. Переводчик переводит. Google переводчик сразу же переводит. Перевод может быть немножко корявый, но тем не менее закон Ома, здесь с научной точки зрения дается определение, как можно сделать мотор-генератор. Вот сейчас я знаю, очень многие ищут именно как. Есть люди, которые сейчас полностью
занимаются тем, что пытаются повторить генератор Слободяна, я думаю, эта информация будет крайне полезная. Что-то наверняка подчерпнут из этого сайта, из этой книг, источников полностью, как работают магнитные поля. Видите, да? Катушка, как это все взаимодействует. Это то, что те, кто бьется над созданием мотора-генератора. Мотор-генератора «Золотое сечение», доктор Роберт Адамс. Вот, пожалуйста. Я просто считаю, что это, ну как вам сказать, не знаю, откровение какое-то. То есть этот сайт, это вообще столько информации, просто огромное количество. Мотор, колесо Адамса. А, мотор и генератор Адамса. Посмотрите. Все там кричали, схемы вам нужны. Здесь тысячи схем. Тысячи схем БТГ, связанные с эфиром, с магнитами. Даже медицина, то есть нетрадиционная здесь есть. Полностью все, пожалуйста, берите, смотрите. Плюс других куча ссылок, на которые, на другие места взаимосвязаны эти сайты. Точнее, информация. Можно переходить. Противо-ЭДС. Очень все хотели узнать, что такое противо-ЭДС. Как преодолеть противо-ЭДС. Вот, пожалуйста, здесь идет полная информация. Жалко, конечно, что на английском все, но тем не менее, кто хочет найти, кто занимается экспериментами, вот, пожалуйста, огромное количество информации. Межатомный ионный двигатель. Смотрим. Блин, я... В 1928 году был разработан патент. Этот моторогенератор и другие трансформаторы. Межатомный ионный двигатель. Пожалуйста. Далее. Структурированное водное топливо. Так. Здоровье. Генератор торсионного поля, Акимо. Да, так и есть. Это все изобретатели, которые только были в СНГ, во всей Европе, в Америке. Здесь все переведено на английский язык. Я просто в шоке. Реально, посмотрите. Просто в шок. Посмотрите, сколько информации. Огромное количество. Это просто клад. Клад для соискателей свободной энергии. Для соискателей вообще либо каких-то генераторов. Просто огромный сайт, на котором все изобретения, которые когда-либо были изобретены, разработаны. Все здесь собрано. Вся квинтэссенция всех изобретений. Александр В. Барано. Патент на активированную воду. Генератор пара. Ну, вот такое вот видео на сегодня. Небольшое, как говорится. Пожалуйста, пользуйтесь. Делитесь с другими. Рассказывайте про этот сайт. Кому интересно, пожалуйста, посетите, посмотрите, сколько здесь разных изобретений. Так что всем всего хорошего, до свидания. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. До свидания.